Бинокль Кандар 12x35, модель BHBK-123. Поставляется в картонной коробке. Комплектация, думаю, предельно всем будет знакома. Нейлоновый чехол, сзади имеется петля для переноски чехла на поясном ремне, салфетка для ухода за оптикой, ну и сам бинокль. Кстати, у нас тут имеются специальные резиновые колпачки. Также сюда предустановлен тевляк, точнее просто нейлоновый шнур. На первое время его хватит, но в дальнейшем, конечно, рекомендуется сменить. Длительное время такую вещь использовать будет, как минимум, вредно. Сам бинокль типичный такой китаец, дешевый, ноунеймовый, но довольно качественный на самом деле. Стоит он 1600 рублей, корпус здесь произведение пластиковый, построен он на RUF-призме. Это современная призма, делает бинокль наиболее максимально компактным. Из названия мы понимаем, что кратность здесь 12, размер передней линзы 35, что даст нам довольно хорошую светосильную картинку. Это здорово. Регулировки здесь стандартные. Это правый глаз настраивается по диоптриям, и средняя подстройка подстраивает левый. В принципе, чего нового. В целом изделие для тех, кто ищет качественный бинокль, но не хочет переплачивать за бренд. Беря во внимание габариты и характеристики, рекомендуется в первую очередь для любителей путешествий и туризма.